Один на подстраховке, другой прикручивает доски на шурупы. Рабочим из подрядной организации «Виктория», которые ремонтируют гору разгона на спортивном объекте в СМПО, приходится изловчиться, чтобы, прикручивая доски, не съехать вниз под уклоном Салдинской горы. Но фронт подобных работ ребятам знаком. 25-метровая гора разгона прослужила салдинским спортсменам более 10 лет. Но со временем доски устарели, что подтвердила экспертиза, которая была проведена во время монтажа нового подъемника. Проведя анализ замечаний экспертов, руководство цеха номер 51 в СМПО приняло решение о ремонте. Во-первых, видите, уголки новые ставят, и на болтовые соединения ставят. А было все только приварено. Это нельзя так эксплуатировать. И новые доски, которые пропитаны антисептиком. Надеемся, что все прослужит дольше. Подрядчики уже проложили половину досок и смонтировали поддерживающие металлические уголки. А внизу у склона ведутся подготовительные работы по установке аэромата, надувной подушки для отработки прыжков горнолыжников и сноубордистов. Строительные работы на мельничной должны завершиться до начала зимнего сезона, а затем начнется подготовка лыжной трассы и склонов. Как только все будет готово, запустят машину искусственного снижения. Пока не выпали осадки, на асфальтированных дорожках мельничной успевают проводить тренировки легкоатлеты и спортсмены на лыжероллерах, чтобы войти в зиму в хорошей спортивной физической форме.